Всем привет, друзья! Меня зовут Юрий Новгородский, и мы с вами находимся в сообществе «Первый лад», в том месте, где вы становитесь гитаристом, которого хочется слушать. Сегодня мы с вами разберем то самое место, тот самый брейк из композиции группы Dire Straits «Calling Elvis», где остается одна гитара в середине песни. Помните, играет этот умопомрачительный, великолепный ход. Сегодня мы на нем остановимся вплотную. И кроме того, разберем пару интересных партий, аккомпанирующих из этой же самой песни. Я думаю, что многие из вас любят группу Dire Straits. Кто вдруг по какой-то причине не открыл для себя их творчество, очень рекомендую это сделать. Марк Нопфлер – один из самых уникальных, изобретательных и проникновенных гитаристов нашего времени. И его игра на пластинке «On Every Street» и на концертнике после этой пластинки «On the Night», конечно же, достойно самых высших похвал. Это эталон такой рок-гитары с крутыми корнями, да. Там очень много от кантри-музыки, как мы сейчас услышим при разборе и поймем. Там очень много от блюза, от фолка, от чего угодно. И ознакомиться с творчеством этого гитариста – это большая радость. Кроме того, как, опять же, многие из вас знают, Марк Нопфлер известен еще и довольно уникальной манерой звукоизвлечения, чему мы тоже посвятим некоторое время. Если вам нравится электрогитара и нравятся гитарные соло, их играть и придумывать, то обязательно обратите внимание на курс «20 крутых идей для гитарного соло», которую мы с сообществом «Первый лад» совсем недавно выпустили. С помощью этого курса вы узнаете, за какие идеи можно зацепиться при подготовке гитарного соло для той или иной композиции. Например, мы разбираем такие идеи, как соло интервалами, соло аккордами, соло на басовых струнах, соло с использованием вертушек и так далее. Очень много разнообразных стилистически и интересных идей, которые помогут вам быть более уместным, что ли, солистом в песне. Ну и вообще, если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда нужно сыграть в песне соло, а на ум ничего не приходит, этот курс может вам помочь. Сейчас, в неделю запуска, как всегда, этот курс доступен по сниженной цене и с дополнительными бонусами. Поэтому нажимайте на ссылку в описании, изучайте курс подробнее и надеюсь увидеть вас внутри. Теперь давайте перейдем к разбору. Игра Марка Нопфлера – это тот самый случай, когда разбор любого абсолютно фрагмента его музыки надо начинать с правой руки. Именно в правой руке, пожалуй, скрыта очень серьезная доля той индивидуальности, той неповторимости, которая присуща его звучанию. Да? Как многие из вас знают, Нопфлер играет без медиатора, играет с помощью всех пальцев в правой руке, кроме мизинца. Это случайно совершенно, как он признается, случайно совершенно на него снизошедшая манера, она сделала, наверное, из него вот именно того неповторимо звучащего гитариста, знаменитого на весь мир, которого мы с вами знаем и любим. Итак, я специально для этого фрагмента не играю медиатором, хотя обычно медиатором играю. В принципе, вы можете его играть и медиатором, тогда вам просто нужно пропустить эту вступительную часть или послушать и попробовать с помощью медиатора все равно это как-то отобразить, да? Потому что вот тот характер звукоизвлечения, такой немножко перкуссивный и очень динамичный, который свойственен Нопфлеру, это как раз-таки игра пальцами. Да? Поэтому мы начнем разбор песни с партии ритм-гитары, которая играет, иногда он сам ее подчеркивает, иногда играет ее второй гитарист, вот на концерте «On the Night», например. И это такая хорошая партия, которая может через всю песню вам пригодиться, да, как партия аккомпанемента. Она звучит следующим образом. Песня у нас в тональности C, да, и партия звучит следующим образом. Куплет у нас. Дальше ми. И фа диез. Собственно говоря, все. Больше особо гармонии в песне нету. Там есть просто такие растянутые части на первой ступени, на си.
мажоре. А особо гармонических никаких приключений там не ожидается. Так что с помощью вот этой партии вы, в принципе, сможете обыграть всю песню. Да? Это вот такой практически, на самом деле, блюз по аккордам-то. Песня Колин Элвис. Просто блюз с недюжинной фантазией. Итак, вот про правую руку. В чем, например, в этой даже партии ритмической, в чем секрет? Да? Вы, если хотите приблизиться к тому, как это делает сам Нофлер, вам нужно будет орудовать большим пальцем и безымянным указательным. Да? Вот это движение, оно пригодится. Очень сильно. Смысл его в том, что обычно, да, когда мы играем пальцами, у нас большой палец обслуживает только басовые струны, а остальные пальцы тонкие. В случае с Нопфлером он иногда чередование, да, то, что вы играли бы переменным штрихом в медиатре, он играет попеременно большим пальцем и указательным. Да? Вот это вот движение характерное. Я сейчас глушу левой рукой специально струны, чтобы вы слышали, что происходит вправо. Я сейчас играю только по четвертой струне. Вот это очень важный элемент, да. Важно, чтобы вы чувствовали это правой рукой, чтобы у вас ничего не зажималось и все довольно свободно ходило. Потому что если вы будете изучать его творчество дальше, вы поймете, что вот этим ощущением объясняется очень много из его манеры, да. Вот эти все характерные вещи, которые мы любим и знаем, это как раз вот это вот звукоизвлечение. Так что большое количество мертвых нот. Опять же, это привет из кантри-музыки. Марк Нофлер, как известно, большой фанат Чета Эткинса и других кантри-гитаристов. Поэтому это немножко такой чикен-пикинг, как бы, но модифицированный, немножко такой усовершенствованный по-своему. Видите, я играю вот эту простую кварту, да, смысл гармонически очень простой. У нас есть аккорд Си, я играю его просто верхнюю настройку, да, я играю ля ми и си фа диез. Два интервала. Да, здесь дело только в пунктуации. То есть я играю нисходящий большим пальцем, восходящий как бы удар вверх, щипок, указательным и средним, и потом еще добавляю удар этими же пальцами вниз. Вибрато на несколько струн аккордовое – это тоже очень характерная черта стиля Марка Нофлера. Вспомните хотя бы знаменитый риф из «Salt on the Swing», да? Там он прям совершенно точно качает вот весь аккорд си бемоль, да, все три ноты, прям вибрато. То есть это его такая тоже излюбленная штука, поэтому не забываем про это. Мы можем раскачивать прямо этот интервал. Да, и то же самое происходит у нас на ми-мажор, и то же самое происходит на ми-мажор, то же самое только от седьмого лада. И потом фа-диез, то же самое только от девятого. Все, вот таким образом можно вообще сыграть всю песню. Да? Я там в примере изначальном еще вставил вариант немножко другой аппликатуры. Си-мажор вот такой вот. Вот эта вот квинта немножко такая кельтская, что ли, это опять-таки очень для Нофлера распространенная аппликатура. Он любит играть вот аккорд именно таким образом, да, то есть мы играем здесь фа диез на пятой струне, си на четвертой и фа диез на третьей. Тогда у нас просто только вот эта квинточка выносится вверх, этот голос. Да, опять же, часто очень, повторюсь, это используют, но вот да, Money for Nothing начинается именно с такой аппликатуры, знаменитый риф. Это то, что касается ритм-партии. Да? Теперь перейдем, собственно говоря, к самому этому сольному брейку, к этому замечательному ходу, который, наверное, уже наряду с подобными знаменитыми рок
рифами и рок-фразами войдет в самый топ золотого фонда. Тут с точки зрения теории это все довольно просто. Это си-мажорная такая проходка. Это проходка в пентатонике си. Да? Она вся играется в позиции вот от седьмого лада в этом боксе. Все, что там сложного есть, это только сыграть это четко, во-первых. А во-вторых, вот эти хроматизмы, которые, опять же, как мне кажется, они здесь присутствуют немножко из кантри-музыки, из рутс-рока, из Джей Джей Кейла, который на Нофлера оказал солидное влияние очень, который играл бы все то же самое, только медленнее и чистым звуком. Да? Нофлер как будто взял вот эту вот кантри-гитару и облил ее керосином и поджег в этом месте. Вот такая идея. То есть, на самом деле, если вы хотите, чтобы у вас получился этот кусочек чисто, попробуйте его играть так, как будто это кантри проходка, как будто вы играете чистым звуком, да, имеет смысл даже отрабатывать его чистым звуком, и как будто это кантри-пьеса. Да? То есть, если у вас это получится, у вас получится потом любой темп и с любой степенью перегруза. Поскольку Нофлер в песне «Calling Elvis» и вообще в позднем творчестве «Dire Straits» такую немножко преследовал футуристичную, что ли, эстетику немножко, да, там гитара с хай-гейном, мощная, раскачанная, но на самом деле это очень традиционная кантри-проходка такая. Итак, перейдем к ее разбору. Опять же, я играю здесь пальцами, да, если вы хотите играть медиатором, это можно запросто играть медиатором без потери чего-либо. Мы ее разобьем на несколько частей и потом их соединим вместе. Да. Начинается она с первой струны, 10-й лад. Эту часть, первую, ее очень просто сначала сыграть, потому что если вы изучали пентатонику и пентатонические позиции, боксы, то это проще простого. Это самая обычная пентатоника си, и здесь ничего сверхъестественного не происходит. Да? Пул-офф. Пул-офф, еще один пул-офф, и мы возвращаемся вот к ноте фа диез на второй струне. Вот дальше начинается чуть более уже интересная история, потому что дальше у нас как раз хроматическая часть, да, очень часто в блюзовой пентатонике обыгрывают вот хроматическое движение от четвертой к пятой ступени, в нашем случае от ми к фа диезу, да, и Нофлер здесь задействовал эту же идею. И следующая часть поэтому звучит следующим образом. Да, восходящее и потом нисходящее движение. Я играю эту часть легатно, да, здесь хэмерон, и здесь обратно пул-офф. Но можно это попробовать сыграть и, скажем, вот нисходящую часть можно попробовать сыграть и с правой рукой. Это будет более в кантри-духе, да? Если вы играете медиатором, соответственно, то же самое. Можете сыграть легато, а можете сыграть... Если сыграть это совсем в штык, получится уже немножко Ричи Блэкмор. Ну, он тоже такие штуки любил. Но тем не менее... Дальше. Вот дальше интересный фрагмент, потому что логика сохраняется та же. Сохраняем тот же штрих, то же движение. Здесь единственное, можно сыграть немножко по-разному вот само окончание, потому что в оригинале Нофлер играет с мизинцем. Он много использует мизинец, у него длинные пальцы, и ему эта аппликатура удобна, он добавляет в эту мотуре на шестой струне, которая, честно говоря, вот мне, например, стоя играть ее неудобно, поэтому я, когда играю это место, я его позволяю себе опускать. Но вы можете делать и так, и так. То есть вы можете доиграть эту проходку. Да, просто оставаясь вот на этих нотах, то есть от ноты ми на третьей струне. Главное это вот это вот окончание, да, хроматизм от ми к фа диезу, опять же, как и в первой половине соло, то есть это повторяется та же идея. И самое главное здесь это дабл-стоп, повесить две ноты, да, у нас должны с вами в конце остаться висеть ноты ля и ре. Да, когда у вас будет звук похожий на оригинал, да, хайгейновый, это будет очень грозно звучать, эти ноты так здорово повисают там в конце этого брейка.
Ну и для тех, кто скрупулезнее меня и смелее меня, теперь вариант с мизинцем. Да, все то же самое, только останавливаемся здесь на фа диезе. И играем вот эту ре, ми, фа бикар, фа диез и наш дабл-стоп. Такие растяжки аппликатурные для нофра, повторюсь, очень характерны. Они везде у него встречаются, и часто поэтому гитаристы, которые играют его кавера разнообразные, они должны это как-то под себя адаптировать. Не всегда удобно. Вот если вы, например, когда-нибудь пробовали сыграть соло из песни «Brothers in Arms», красивейшая, там тоже есть места, немножко нелогичные с точки зрения привычной пентатонической аппликатуры, да, но очень-очень изобретательные, очень здоровские. Нофлер любит играть высоко на грифе, да, наверное, из-за обертонов, я думаю, может быть, из-за удобства тоже. И, в общем, у него очень своеобразный подход к аппликатуре, так что вот на это тоже обращайте всегда внимание. Или... А дальше на сладкое я оставил в партию, которая не играет гитара. То есть, ну, мне кажется, это либо какой-то арпеджиатор, либо pedal steel, судя по всему, играет. Когда не играет такие вот атмосферные ступени красивые, да, он играет эту партию. Но эта партия уже настолько ассоциируется с песней Колин Элвис, что если вы хотите, чтобы песня была узнаваемой, да, вам эту партию хорошо бы знать. Это вот эта партия, которая звучит как такой вот пунктир, через, тревожный через всю песню. Если слушаться, по крайней мере, в концертную версию, опять же, с альбома «On the Night», которую я очень рекомендую, в том числе, знаете, вот еще вдогонку к сольному куску, там Нофлер очень интересно вот эту проходку разрабатывает. То есть, если вам нравится идея, солирование заложенное здесь, да, если вам нравится соло в таком духе, он там дальше развивает эту историю, там играет очень много интересных похожих проходок, только как бы выше уже, с добавлением каких-то ступеней, он там играет всякие там, то есть он как бы себя в свою манеру проецирует вот на эту историю, и очень интересное соло с развитием, с кучей полезных идей. Поэтому, если вам понравилось вот это вот, не поленитесь, посмотрите версию с On the Night. Она прям крутая. Так вот, вот это вот риф, вот этот вот риф, он делает песню Колин Элвис, собственно, песни Колин Элвис, мне кажется. Поэтому его, конечно, хорошо бы знать. Соответственно, я его для вас немножко адаптировал. Да, это вот то, как я сам играю, когда мы играем трибьют Dire Straits с друзьями. Я сам играю это таким образом. Да? Это довольно трудное по артикуляции место. Поэтому я возвращаю в правую руку медиатор, мне так удобнее, честно говоря. Да? Сами ноты, они довольно простые. То есть это такая закольцованная вот эта вот фраза. Да? Ля, си, си, ля, соль, диез, ля, си, си, ля, соль, диез. Можно ее играть и так, на самом деле. Да? Можно немножко примьютить третью струну ладонью, добавить мертвых нот, и уже, в принципе, это звучит довольно характерно, да, вы узнаете, откуда это. Можно ее играть в такой аппликатуре, тоже, да, через вот эту кварту и добавляя две ноты. Но мне кажется, самое точное, просто самое похожее версия будет вот через четвертую позицию, через баре. Потому что там есть точно вот эти две ноты, последние. И можно этот фа диез в конце. Вот. Как я это играю? Я беру малое баре первым пальцем от третьего лада к четвертому.
да, или от второго. Неважно, главное, чтобы был въезд. И следующая нота у меня будет мертвая. Да? И потом мизинцем играю саму фразу. Начинаю мизинцем, да, и потом третьим пальцем. Все через мертвые ноты, через я как бы ими прокладываю саму мелодию, да. Добавляем мертвые. Вот такая партия, ее, опять же, она появляется, как вы помните, всплывает как бы в некоторых местах песни и добавляет вот такой, как бы, такого саспенса, тревожности, напряженности. В этот, на самом деле, очень простой, грубо говоря, структурно блюз. Да? Так что вот из этих как бы элементов состоит в гитаре песня Colin Elvis. Желаю вам удачи в разборе и пусть вас это вдохновит.